Сейчас вы увидите самый невероятный матч в истории FIFA. Слушайте, честно говоря, я давненько уже играю в FIFA, наверное, уже лет 8, может быть, даже больше. И, честно говоря, я никогда не видел подобного. Собственно, матч заключается в том, что был у меня невидимый соперник, и это было, на самом деле, очень дезморально, то есть где соперник, это то ли какой-то баг, то ли это читы, честно говоря, не знаю, что думать. Ребят, пожалуйста, максимально распространите этот ролик, чтобы этот ролик дошел до, так сказать, больших широких масс, чтобы его максимальное количество людей увидело, возможно, даже увидели EA Sports и как-то это пофиксили, может быть, мне вернули жетон драфта, потому что я играл этот матч именно в драфте, получается, драфт, он был не какой-то не совсем, наверное, по правилам в этом плане, поэтому, ребят, пожалуйста, распространите максимально этот ролик. Поехали по команде. А чё, где у меня? У меня соперника нет? Прикольно. О, они есть, что ли? А чё это? Да что за нахрен? Чё за нахрен? Почему соперника не вижу? Что за бред? Это что такое? Чё началось? Ну типа как? Да что за... Вы что, прикалываетесь? А как... Охренеть. Как мне... Охренеть. Охренеть! Обалдеть. Ну ладно, что, играем так, как есть. Так я даже не вижу, блин. Это вообще... Максимально... Блин. Это вообще чё? Это вообще как? Как это лечится? Блин, это пипец какой-то. Это чё такое? Это как? Это чё за ху... Вот это я впервые вообще встречаю, чуваки. Это как вообще? Ну это как? Ну я мяч-то хотя бы вижу. Это хотя бы хоть что-то. Ну это пиздец какой-то, я даже... Это что вообще? Это что такое? Это как? Жесть. Это прям, да, это прям жесть. Ну а как? Ладно. Ну, короче, нам забивают, чё. Блин, ну это... Ну это как вообще? Ну, блин. Как такое может быть? А как мне... А как? А почему? А где... Где команда-то, соперник? Я не понимаю. Я не понимаю, чуваки. Я не понимаю. Ну блин, а... Ладно. Фу, ладно, погнали. Забавно. А, там игрок, что ли, есть? Я ж просто не вижу вообще никого. Забавно так. Так, я даже не вижу, там есть ли... Блин, это... Это так эпично. Это так эпично. Блин. А, там есть игрок. Блин, это, знаете, это... Слушайте, надо быть этим самым провидцем, чтобы хоть как-то... Ха-ха-ха.
Забавно. А точно против меня соперник какой-то играет? Или это просто какие-то приколы? Ладно. Я просто пока не понимаю, как какую тактику изобрести против невидимого соперника. Я не понимаю, честно говоря. И почему так? Типа, что случилось-то? Чего? Там и опять игроки у него есть, похоже. Чё, я иду? Прикольно. Я забил! Охренеть! Я забил! Я забил! Невидимому сопернику, ребята! Я его не вижу, но он есть. И я забил. Это самый эпический гол. Это вообще... Я просто на каких-то инстинктах сейчас сыграл. Исключительно. Ах ты ж, как ты ж. Ну, я чувствовал, что где-то он рядом, скорее всего. А. Блин. Лена, красавчик. Не, ну я начинаю приноравливаться, если честно. Ну, типа, а что делать? Ныть не помогает. Проверено. Только что. Блин, что там в этом? Ладно. Блин, я даже пытаюсь какие-то финты делать. Типа, может, это как-то я... Интересно, как соперник видит этот матч? Очень интересно, как соперник видит этот матч. Ну, типа, реально, он... Так... Ой, вижу прям, что-то появилось на газоне. Блин, не получилось сейчас. Ну, кстати, даже так прикольнее на самом деле. В этом что-то есть, если честно. Блин, не успел. Что это? Блин, я думал получится, честно говоря. Блин, чувак просто упал. Я... Тяжеловато, конечно, в финальной стадии. Блин. Что происходит? Три один после первого тайма. С невидимым соперником. Я не хочу сдаваться, ребят. Ну вот, ну никак не хочу. Ну вот вообще не могу. Ну не имею права, ребят. 18 ударов у соперника. 18, 21. А, блин, так хоть бы соперника-то увидеть.
было бы неплохо увидеть соперника, честно говоря. Я прям мечтаю. Да уж. Это, ну, правда, я вот играю, значит, в FIFA с, наверное, с 16-й, ну, вот именно онлайн. Никогда такого не было. Реально, никогда. То есть, блин, вообще что-то новинка какая-то. Блин, я даже не знаю, куда она бежит вообще. Блин, я ну, ты... Получается, между линиями наш соперник где-то находится. Это... Я до сих пор я еще, короче, не зазнал. Не привык. Нам забивает. О. Может быть, это хоть какое-то нарушение было, я не знаю. Блин, ну тяжело играть. Все-таки он невидимый. Да блин, ну тяжело. Правда. Блин, тяжело, чуваки. Тяжело. Не скрою, очень тяжело. Чего? Просто как муха, которую пытаешься завалить. Сложно. Блин, только вот кажется у тебя мяч, а потом хренакс и все, и не у тебя мяч. Блин, я думал, можно там что-то там перезагрузиться, ну не знаю. Давайте, пацаны, давайте. Ух, низом это опасно. Чего? Что происходит? Пенальти? А я даже, блин, не видел, кого это. Ну, зашибись. Я даже не буду проверить, нахрен надо. Я же даже не вижу. Блин, я все еще жалуюсь, ребят. Я все еще продолжаю жаловаться. А это какие-то читы, что ли, такие современные или что это? Ну, я предполагаю. Там был, наверное, соперник. Я же... А, вот у него как раз в руках. Блин, сейчас в воздухе мяч был. На... Ух, как это было эпично, друзья мои. Не надо. Ну, нам забивает, конечно же, сегодня не мой. Нет, сразу же отобрали. Я думаю, может как-то верхом получится. Нет, верхом тоже, честно говоря, не очень хорошая идея, судя по всему. Не работает она. Ленин, на самом деле, красавчик все равно. То есть он уже кучу сделал сейвов. Вот, но тем не менее. Так, Лено, красавчик. Там что, дошел, что ли? Фиго.
Момент-то был, кстати, такой, хоть сколько-нибудь интересно, если честно. Хоть сколько-нибудь интересно. На самом деле, оно как-то даже психологически напрягает, когда ты не видишь соперника. Ну, типа, что-то там вроде есть, наверное. Что-то невидимое против меня играет, ладно. Наверное, этот соперник улетел так далеко. Нет, я думал, первый угловой будет. А я же даже не видел. Замечательно. Оп, аккуратненько. Он очень легко отбирает, конечно, эти моменты. Ну, блин, надо тайминг, тайминг, ребят, тайминг. Здесь, конечно, важен будет тайминг. Ох, тяжко, 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 конечно. Давайте соберемся. Ой, блин! Давай туда. Ой-ой-ой-ой. А что, я прям соперник, что ли, выдал? Отличную передачу. Забавно. Что это? Ну да, теперь уже и в лишку забили. Так, сюда. Идем. 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 Не идем. О, Кейн, Кейн, Лукас. О! Ой, здесь. Там, похоже, забили нам девятый, наверное, уже. Че? Че ты ушел от мяча? Зачем? Да уж, перво. Ой, здесь. Ой, здесь против нас. Прикольно. Так, ну ладно. 9-1, ребят. 9-1, нормально. Гол-то мы все-таки забили. Умудрились. Блин, мне казалось, что нам сейчас мяч отскочит, но нет. Офсайд? Прикольно. Так, а давайте-ка будем соперника ловить какую-нибудь офсайдную ловушку. Адама. Есть один. Ну что ж, ребят, слушайте, не такой уж, я думаю, плохой счет, учитывая, что я весь матч отыграл без видимости соперника. Он был какой-то и эфир какой-то. Голкипер, Кейн, Total Attempts. То есть мяч тут в воздухе. Это странно, но тем не менее, это заслуживает быть на Ютубе, естественно. Харри Кейн, Трауре. Блин, было бы классно, если бы этот ролик распространили фиферы. Ну и вообще все, кто только что посмотрел это. Было бы классно, ребят. Пожалуйста, поделитесь этим роликом со своими подписчиками, своими друзьями. Ну, вы когда-нибудь такое видели? Я вообще впервые в таком участвовал и сам такое вот видел. Это просто надо донести до, я думаю, футбольной, фиферной общественности, до и спортс было бы классно, на самом деле. Я не знаю, что это такое, правда, было. То есть, какие у меня предположения? Ну, может быть, это какие-то баги. Ну, то есть, самое очевидное, да? Возможно, это какие-то, не знаю, возможно, это какие-то читы такие. То есть, возможно. Давайте это все как бы донесем до e-sports. Было бы, на самом деле, очень важно им это узнать.